увлекательных, познавательных, поучительных, а самое главное, популярных и актуальных новостей. К этому часу опять поговорим о Узбекистане. Племянница Шавката Мирзияева стала поводом для шумихи. А что же случилось? Еще только Мирзияева призначили на пост исполняющий обязанности главы Узбекистана, как уже начинается склоки, начинается сплетничество, начинается вынюхивание, и это не мудрено, такова журналистская профессия, господа. Как вы заметили, после смерти Ислама Каримова также практически каждый день по нескольку раз в социальных сетях, в социальных новостных сетях всплывают фамилии то его дочерей, то его близких. Ну, людям все всегда интересно знать. Значит, племянница нынешнего исполняющего обязанности Узбекистана Диора Усманова, довольно-таки успешный бизнесмен, как говорится в новостях. Живет она в основном в столице Russian Federation, как бы в самой Москве. Там у нее бизнес. Вот вы можете посмотреть ее на своем, на своих фотографиях. Значит, открывала там магазин, но не просто магазин, а такой себе магазин, где Усманова предлагает клиентам украшения жемчугом и кунтюрные платья на основе дизайна периода царской России. Вот такую нишу в моде заняла Усманова вместе со своей дочерью, так она как использует дочь как модель, потому что в основном это и одежда для не только, но и для детей, даже в основном для детей. Цены, конечно же, там не то что кусаются, но вообще, даже я бы сказал, сжирают нафиг. То есть, ну так, если по предварительным оценкам, за одно изделие в магазине Усмана, ну, рядовой узбекистанец заплатил бы своих 13 зарплат. 13 годовых зарплат. То есть вот такие вот цены у нее в магазине. И, ну, наверное, можете себе позволить, что тут скажешь. Вот, кстати, ее фотографии, какие-то вечеринки. Это она в объятиях, наверное, мужа покойного. Ну, ничего не могу сказать более. Пока только такая информация. Ну, как видим, что дочери узбекских правителей любят чувствовать себя дизайнерами, потому что, как вы знаете, и Гульнара Каримова тоже была дизайнером, и вот сейчас племянница Шавката Мирзияева также дизайнер. Ну, возможно, скоро запоет, друзья. Детальная информация по ссылке в описании. Подписывайтесь на наш канал «Новости в мире», канал самых оперативных,